7500 детей в 2016 году изъяли из неблагополучных семей в России. Это официальная статистика. По данным представителей МВД, в последнее время родители и законные представители все чаще совершают преступления в отношении своих детей. И вот уже очередной случай в Междуреченске. Дети в опасности в собственной семье. Инспекторы по делам несовершеннолетних принимают решение изъять их из семьи. Пойдем со мной мыться? Конечно, малышка не хочет идти на руки к постороннему человеку. Теперь девочка будет жить в детской больнице. Неблагополучную семью выявили инспекторы в ходе рейда в Чебалсу. 6 детей и мать не имели постоянного места жительства. Их приютила в своем доме посторонняя женщина. Обычно детей изымают у родителей алкоголиков. В этом случае мать не пьет, но и воспитанием детей не занимается. Не созданы надлежащих условий для проживания детей, антисанитария, продукты питания в ограниченном количестве. При посещении в доме задымления дверцы в печи не функционируют надлежащим образом. То есть дети в любой момент могут подойти и получить, соответственно, ожоги какие-то, травмы. Мамы при посещении дома не было. Фактически уход за детьми осуществляла посторонняя женщина, в связи с чем было принято решение об изъятии детей из семьи. Детей не лечили. При осмотре врача выяснилось, что у них ОРВИ – высокая температура. В итоге 5 старших детей поместили в социально-реабилитационный центр, а младшую – в детскую больницу. Мама будет привлечена к административной ответственности по статье 5.35 за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетних детей. Материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних. К работе с данной семьей будет подключен психолог, при необходимости юрист. Теперь зависит от матери, вернутся ли дети в семью. Всего же на учете в отделе по делам несовершеннолетних состоит 148 неблагополучных семей.